Так, еще раз всем привет, ребят. Сейчас мы продолжим, в общем-то, играть в Star Wars. Деваться некуда, надо добивать уже как-то. Надеюсь, ну, два стрима, может быть, три. А не больше, блин. Иначе я просто офигею от этого всего дела. Попробую не хандрить, попробую затащить. Эх. Ну что ж, поехали. Империя наносит снова ответные удары. Пароль мы сохранили на уровне. Будем штурмовать. В течение 2 часов еще. Здорово, сейф. Дошли достаточно далеко. Меня уже, честно... Игра немножечко, блин, она, конечно, классная местами, блин, уже подбешивает немного вот эта вот вся движуха и чрезмерная сложность необоснованная. РБЛВ. Причем сложность, она неадекватная тут, она тут измеряется... недоделками некоторыми. Игра громкая. Давайте убавим игру немного. Чё, шибко громкая? Меня не слышно, игра громче. Давайте чутка убавим. Блин, меня уже херачат вовсю гоблины какие-то. Причем вот здесь они нормально взрываются. Вот здесь вот конкретно. А, нет, не все. Смотрите. Смотрите, тащите. Надо понять механику, как убивать ублюдка. А, кстати, еще. Да. Забыл кое-что. Хотя не, вроде все нормально. На одном уровне. А сейчас как? Вот я не знаю, что делать с этим говном. Что с ним делать? То есть лазер лучше не стрелять заранее, потому что они сразу щитом прикрываются, эти ублюдки. Вот видали? Я понял всю движуху, просек ее, раскусил. Чувака, быстрей! Я тебя буду называть чувак, потому что ты... Чувак мой! Крутой, но бездарь. Ой. Все еще громче, да ну. Быть того не может. Сейчас проверю. Насколько громко. Блин, там, короче, на фоне еще что-то играло, блядь. На Твиче, а я и не заметил. Блин, хрен знает, бывает у людей глюки какие-то, не раз было. У некоторых людей громко, а вроде потом смотришь на записи нормально. Точно? Ну, сейчас будем, значит, проверять, что не так. Я в половину сейчас скручу звук. Вот так вот. А, это я себя, сука, убавил, блядь, вместо игры. Сейчас убавим. Немножечко игру. Вот так теперь. Должно быть норм.
настройки стрима. Алекс 230 вольтных. Это я просто, пардон, я себя убавил. Вместо игры. Да блин, терминаторы заколебут. Что теперь делать? Я сейчас умру ведь так. Я не хочу умирать. Ой, дроиды, ну все, это хана. А куда-то прорвался вроде бы. Тут до хрена этих лазеров всяких. Оуч. Сука, одна граната. Одна граната. Буквально одна. Все, я в пролете. Ну вот как от этих тварей, которые кидают эти сраные вилы, бабки, как от этих гоблинов избавиться, я не понимаю. Там, по-моему, надо этот выкрутить, специальный фильтр, что ли, там фильтр имеется. Но я не заморачивался этим особо. Так, я же не популярный стример. Главное, чтобы слышно меня было, игру, а там мега качество, чтобы было. О! Ай, сука, вот эти вот гоблины мелкие, как они добивают все-таки? Ну как? Ну зачем? Почему? Зачем это сделали? Чтоб я горел дико. Я не коммерческий стример, мне просто это не нужно. Там что-то решать с этим делом. Главное, чтобы меня слышно было. Игру более-менее так, средненько. И нормально пойдет. Попиздеть хватит. Зажали. Надо было сразу вертушку делать. Все. Ай, меня заморозили. Все, беда. Начальники. Мартын, здорово. Чё, решил позлорадствовать прийти на домой, да, опять? Брателло. Чё скажешь? Насколько я криворук? Насколько я плох, блять? Чё ещё можешь сказать ты мне? Блять, сука, ебучая бабка с вилами. Вот как её отсюда убрать, я не понимаю. Вот только вот так. По-другому никак, только вертухой. О, щит дали. Замечательно. Да бабка съеб... Откуда они все берутся здесь? Я не понимаю. Сволочи какие-то. Ох ты, щит дали. Да блин, да кто там? Паскудство какое-то. Наидичайшее. Только откройся, паскуда. Я тебя закидаю. Да как я провалился ты, перный театр. Чё происходит такое? Веселье какое-то дикое. Чуви, блядь, прыгай. Что за, блядь, кривая, сука, игра? Это? Это Сешка? Ты чё, охуел, что ли?
Снеску не признаешь. Свою любимую, блядь. Ты же говорил, сешка для девочек, блядь. Консоль. Вот я играю в свою любимую консоль, блядь. Как бы это обойти-то? Аккуратно. О, вроде выживаю пока. Главное, чтоб эти не встретились, как. Ах! Опять полный ад начинается. Бля, Чуви орёт и орёт, блядь, без умолку просто. Невозможно его успокоить, когда на экране творится такой звездец, как правило. Ну все, это хана, это рандом чистой воды просто. Вот что я должен здесь делать? Что я должен здесь делать? Что я должен придумать? Йода, не надейся на меня, я просто в ахере от таких проверок сил и знаний, блин. Так, а вот эти штуки, интересно, можно как-то уничтожить? Можно, смотри-ка. Теперь буду знать. Буду уничтожать их. Ну как это произошло? Ну зачем? Ну что? Нет, это не работает, сейф. Это тебе не Call of Duty, блять. Это ебическая сила, блять, темная. Вообще не говори. Все в ней плохо. От начала и до конца. Че, сейф, ты-то сам стримишь, нет или че? Куда ты делся-то сам? Признавайся. Умрите, терминаторы, сука. Оба. Надо. Аптечка. Говно какое-то вылезет обязательно, меня толкнет в лаву. Оставьте меня, плиз. Прошу, оставьте меня в покое. Санина. Театр. Игра, ты меня насилуешь явно. Ну все, началось. Они просто ползут из какого-то неведомого черного места, из дыры какой-то дикой. Выносит их. Щит. Ну хоть так. Блин, главное быстрее пройти вот эту часть дерьма. Так, чуть-чуть восстановились даже. Хорошо. Так, друзья. Тихо, я не хочу к вам. Совершенно не тянет меня в это место. Да попади ты, ёп! Одни условности, одни, сука, условности. Ни одного нормального места.
Ну бери уже щит. Поперли. Куда я прилетел? Я даже не знаю, что тут происходит. Тут до хрена событий столько. И не... Блять, и ни в одну пушку я не могу... попасть. Надо подписаться, посмотреть. А чё стримишь? Стратегического типа игры или все? ПК старенькая. Ты, по-моему, уже ПК старенькая стримил, насколько я знаю. Ну, в основном. Блин, жалко, конечно, что Чеп со Свипой посрались. Тут не хватает у нас сейчас стримеров, блядь. Darkest Dungeon. А, слышал что-то про нее, кстати. Ай-яй-яй. Да ёбаная тварь. О-о-о, тихо, щит. Я все вижу. Я сыграю как надо. Я всех убью здесь. Всех терминаторов завалю. Все щиты пособираю. Дурацкая игра, дурацкая игра, дурацкая игра. Уже. Вот как их убивать? Я не представляю, как их убивать, когда я не попадаю просто-напросто в них. В них только можно попасть, когда они пуляют в тебя. Но как я должен попасть в них, если я в них не попадаю? Если я встану напротив, они в меня попадут. Вот в чем дело. Тут либо пан, либо пропал. Как-то так. Хелсворд, отлично. Сдохни, мразь. Вот откуда берутся эти твари? Ой, как больно-то. Ах ты ж, сучи, племя. Убежать, 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 убежать. Чубака, беги, беги, сука, беги. Открылся все-таки. Я думал, я сейчас помру. Ой, господи, ой, господи, о, господи. Блин, я не выживу, потому что, блядь, тут эти бабки с вилами кругом. Ни в одну из них я попасть толком не могу. Это конец уровня, нет? Сдохни, тварь. Сдохни, только откройся, я тебя накидаю. Тут что, ждать платформы или что, я не понял. Да. Мне надо все поуничтожать здесь, все поуничтожать. Это все мне очень не нравится. Особенно вот это, блядь! Будут хорошие игры.
Ну и хороших игр не так уж много. Блин, и видали, насколько далеко я ушел и насколько далеко чекпоинт. Чекпоинт этот дают в самом начале игры, блядь. Но разве это справедливо? По-моему, это вообще полный ад. Ну и заморозка, конечно. А как иначе, да? Пока не выдрочишь уровень, ничего не поменяется. Замечательная игра, блядь. Да пропусти, ёбаная бабка! Никогда этого не случится. Йода всегда будет на нас таким укором смотреть. Чувак, ты проиграл. Интер Йонай, меня зовут никак, до свидания. Тан-та-дан, тан-та-дан. Ну уже прогресс хоть есть, я до второго колена уровня. До третьего колена уровня дохожу. Сейчас попробуем, что-то я привыкать начал потихоньку. LW. Ох, блин, как же меня эти дроиды летающие бесят. Как я их ненавижу, кто бы знал. Они просто затыкивают спамом своим. Это просто невозможно, блядь. Я бы просто тому говнюку руки оторвал, кто создавал, проектировал данные уровни. Просто дизайн сосет. Я вынужден просто на авось пробираться здесь. Все это дерьмо. Пролетать. Убегай от этих андроидов ссаных. Но я всех взорву, потому что я крутой. Вот опять меня ждут здесь приключения. Дерзкие враги. Понос резкие. Да кучи. Отдай пуху. Надо прорываться вот здесь. Как это возможно? Значит, потом возможности нам не дадут. Это я вам гарантирую, ребята. Так, вот это дерьмо. Убивать лучше, наверное, сразу. Другого говна я не вижу. А, я его уже убил. Хорошо. Я согласен так играть. А теперь я не согласен. В корне вот не согласен. Что такое вытворяется, блин? Я не попадаю иногда. Вот никак не попадаю. Блин, сейчас начнется пригорение. Торта. Пирожная картошка кругом. Да попади ты, грёбаная шавка здоровая. Баллонка, блин. Попади, наконец, в пушку. Чтоб тебя. Это просто ад какой-то, блин. Нифига не весело. Спасибо хоть на этом, блядь.
Да и хер с вами. Главное здесь продраться. Это опасная часть этапа. Много у вас там спамится-то? Чуваки, блин, что-то они очень жесткие какие-то. Да прыгай ты, кусок ты шерсти! Чтобы в это попасть, нужно быть мега-героем, ну, каким-то. Или попадать вот так. Как-то так только. Чубака вперед, и не шагу назад, на. Когда же они, блядь, эти дроиды изведутся-то, ёпрсете. Вот один хлебальник свой скрыл. Второй тоже открылся, хорошо. Тут заколебали уже. Кстати, пофармиться в этом уровне нельзя толком, тут тебя все выдрачивает. Так, спин наберем, потому что сейчас сложно наверняка будет. Да умри ты, гренадер херов! Так, одного выносим. Выносим второго, блять. Ура, блядь, полжизни. Я-то думал, все, мне просто хана. На удивление сработало. Только у меня единственный вопрос. Я недоумеваю, почему я не попадаю в эти херни. Так, а их заспамить можно? Ходя туда-сюда, может быть, они появятся заново. Нет, не появится. Тут все просто. А вот почему уровни настолько разные, блядь? Я понять не могу. Вот. С одной стороны они спамятся, с другой не спамятся. Лифт наверх, наверное, конец. Там босс будет впереди. Надеюсь, там будет чекпоинт какой-нибудь хотя бы. Потому что чекпоинт мне сейчас явно понадобится. Да. Это, по-моему, чекпоинт здесь должен быть. Надеюсь на это, конечно. Но к моему великому прискорбию, может быть, иначе. О, тут еще и босс, отлично. Что я могу сказать? Просто замечательно. Блять, надо как-то вот эту херовину впереди завалить. Да сдохни ты! Слишком много хлама на экране.
который нужно уничтожать. А, я понял. Нужно целить в эту херовину. В кумпол ему. А, во, верхняя часть, да. Тут, наверное, несколько деталей, как у большинства боссов в этой игре. Тупорылых. Где я начну? Спасибо, хоть здесь. Спасибо, хоть за это. Сразу куча врагов. Ну, конечно, давайте. Почему бы нет? Почему бы нам не сделать кучу, сука, ёбаных врагов? Вокруг, которые будут летать и так мешать, и этак. Мне вот не нравится такое действие вообще ни разу. Почему я это прохожу, даже не знаю. Так, у него два сопла. Вынести надо эти сопла. Вот что я точно знаю. Потом кабину наверняка. Вот почему только не умирает эта херовина, я вообще не понимаю. Только она, когда раскрывается, ну как под нее подлезть, если так все криво сделано? Тут вообще ни одного шанса попасть. Один шанс из десяти в эту херню попасть. Причем. Это просто какой-то ад. Бред собачий. Сукины дети, понаделают же игр таких. Так, может вылететь отсюда их? Захерачу. Сначала я с ними разберусь. Потому что это потом равносильно смерти, я думаю. О, хана. Это просто какой-то, сука, беспредел. Они причем здесь бесконечные, походу, еще. Пиздец. Сука, какой же ублюдок это сделал, блядь. На ограниченной поверхности вел эти самонаводящиеся штуки, блядь. Плюс еще подо мной всякие ракетницы вот эти, блядь, хуярят, блядь, вовсю. И наводяшек нет, как назло. Ну, конечно, давайте побольше говна такого накидаем сюда. Будет классно, почему бы нет? Так, вынес последнюю, отлично. Теперь хоть будет полегче здесь двигаться. То вообще ни в какую. Так, сначала движки вынести надо будет. Потом все остальное. Так, один вынес. Хорошо, надо другой выцепить. Что там происходит-то, гиперный театр? Так, две вынес. Что, куда теперь ему стрелять? Вопрос. А, верхняя самая. Задница. Понятно. Видать, будет еще второй этот... вторая форма у него. Блять, когда я его не вижу, это бесполезно, по-моему. Надо видеть врага, чтобы попасть. Так, сейчас он задницей развернется, мы ему захерачим туда. В сопло это. Так, вынесли. Теперь что? Куда теперь стрелять?
В него, собственно, да? Ну, вроде все пока просто очень. Пока просто. Я надеюсь, он хуйней не станет заниматься тут. Я его завалю и благополучно на другой уровень перемещусь. Так, нет, походу это не конец еще. Да, тут еще говно вот это летающее. Ох, ёперный. Ну вот, блять, сука, сколько лавы отнимает, пиздец. Блять, сука, вот наводяшка бы сейчас пригодилась. Шепард, здорово. Блять, сука, опять я забыл сменить название. Сейчас сменим, блин. Твич. Сука, пидорас, давай. Открывайся. Так, сейчас, погодите. Сука, заебал эта фигня. Меняю сколько раз. Уже не менялась сколько раз. Эта хрень. Дашборд где? Смена дашборда не делается ни хера. Приходится по два раза перезапускать, блин. Как заколебало-то. Ну и чё, куда меня выкинуло? Дашборд. Неужели, блин, сработало? Да, всякая хуйни по нам выпадала. Вип, не вип. Сейчас, погодите. Сейчас мы долбанем. Все, теперь должно быть обновлено. Я надеюсь. Лава нагревает мне только часть пукана, блин. Дико. Мне причем пушки еще нет. Ладно, у меня пушечка была хоть какая-то. У меня ни пушки, ни хуюшки, ничего нет, блядь. Одних дроиды тут кругом еще херачат меня. Ай, зря здесь застрял. Ебанистическая, сука, лава кругом. Какие-то ебанистические дроиды. Непонятная херня. Надо быстрее сматываться, пока дроиды не появились. Короче говоря, вот высаживаем пушки. И нахуй пушки. И проследуем вот в эту часть уровня. Сука, твою ж мать! Вот как я должен стрелять в это говно? Если оно неубиваемое. Хуй пойми, как оно убивается, кстати. Каким образом? Вот что это такое? Убилось, не знаю, хуй знает с какого раза. Это нечестно нихуя, по-моему. Это просто какой-то нереальный, блядь, челлендж. Гондонство какое-то, блядь. О, попёрли нахуй. Так, босса, не знаю, высаживать. Без ништяков. Будет вторая фаза дерьма этого. Летающего. Блять, на него вообще попадать, по-моему. Короче, его легко убить, ребят. Если, короче, сразу захерачить вверх, доверху эту платформу. И сразу начинать обстреливать. В принципе, такая стратка может сработать. Такая стратка может сработать. И нового
пути я здесь не вижу. Сукины дети, блядь, дроиды эти. Летающие, блядь, неубиваемые к тому же, нахуй. Так, одного снес. Дайте от него, что осталось там? Еще одна. Сначала расстрелять эти хуйни. Вот моя задача первостепенная. Потом расстрелять вот эту хуйню. Есть, у меня получилось. Теперь моя второстепенная задача, точнее первостепенная, расстрелять все сопла по-быстрому. Особенно вот эта нижняя, потому что она больше всего нагнетает обстановку здесь, блядь. Это сука. Ну. А где еще? Где я пропустил? Сверху еще одна. Точно. Все, началось. Сейчас начнется движуха, самое главное. Блять, главное не нарваться на нее. Прыгать как можно реже. Чаще прыгать только тогда, когда требуется. Вот сейчас надо пропрыгать парочку раз. Потому что сейчас начнется Адилова. Реально. Блять, Адилова. Просто реально Адилова какой-то. Блять, надо, короче, сразу херачить ему, а потом прыгать на следующую платформу, потому что, ну, так не выживешь, блять. Были бы у меня самонаводяшки, конечно, там легче, а так нихуя не легче, нихуя не проще. Уходим от дроидов сразу в сторону, блять, нахуй. Нам лишние проблемы нужны, да? Блять, и сразу в лаву, и сразу в лаву. Как это по-нинтендовски, по-старворзовски загнать меня сразу хуй знает куда? Самое пекло, блядь. Да, блядь, ты не сдохла, я-то думал, блядь, нихуя не видно еще из-за этого интерфейса. Подох, враг, не подох, блядь. Чё за бредятина, блядь? Ну, мне, конечно, снесли по полной, я сейчас ничего сделать не смогу. Абсолютно. Игра могла быть совершенно крутой, блядь. Но в результате она стала совершенно убогой, блядь. Да прыгни ты! Кривое говно, давай. Не, уже с таким количеством хп это вообще нереализм нихуя. Ай, лава, блядь. Босс просто какой-то, сука, существо дикое, нахуй. От него надо линять. От суки, от этой. Любитель здорово. О, мучения не еще те, да. Выцепить их всех, блядь. Сука, ублюдков этих. Чтоб меньше проблем было. О, отлично. Отлично сработано. Надо только сейчас все пушечки высадить, блядь. Если получится. Получится, да, ништяк. Блять, лавовая хуйня. Какой-то, блять, бойлер с лавой, блять. Летающий. Так, я все пушки выдавил, теперь я могу хоть... Я свободен в перемещениях. Сука, только вот эта сука мне мешает. Всячески мешает, блядь, это сделать. Это просто какой-то ад, блядь. Если ты проиграл полимеры, не надейся, сука, ни на что. Охуительная игра. Просто охуительная. Никакого, никаких шансов тебе. Столько пиздовать сюда, чтобы получить
по лицу, блядь. Конечно. Мне это нравится, блядь. Как иначе? Чубака, хорош орать уже. Я по все понимаю, нахуй. Но это пиздец полный, конечно. И я ни разу не попал в этого андроида. Отлично. Хоть так. Нужно убить эту суку. Отлично. Отлично. Теперь нужно убить... все сопла, блядь. А, кстати, эту хуйню же можно, блядь, спином завалить, попробовать. Кстати, еще спином не пользовался. Может, прокатило бы. Да сука, сколько это продолжаться будет, когда сдохнет это нижнее сопло, блядь? Да, сдохни, сука, сдохни. Я выверил правильную стратегию. Чё теперь, вперед? Ищу. Ну, конечно, еще закончите, блядь, этот коридор. Как классно придумано, блядь. Как классно, сука, это сделано. Чё, куда мне дальше-то? Ёлы-палы. Сюда, к C-3PO. Ну, нормально все, ладно. Ох, блядь, какой же это ад, блядь. Я впервые такой ад вижу. Хан Соло, блядь. Отлично. Куда это я попал, нахуй? Называется. База смерти какая-то, блядь. Так, эти штуки можно взрывать. Отлично. Буду знать. Привыкаем к этому говну. К всему. Так, это... У нас сопла. Может, сопла надо все-таки уничтожать? Потому что, мне кажется, они меня убьют. Таким образом. О, меч. Спасибо. Так, новый пароль запишем, ребята. Не зря же страдали-то в конце-то концов. ЛНГПНН. Надежда еще близко! Йода! Разуй глаза! Личный щит. Эти штуки можно убивать, я знаю. Но им надо много, наверное. Нет? Да, надо просто много. Ух! По красоте ХП дали. Оказывается, не бесполезно их уничтожать. А даже очень полезно, я бы сказал. И очень стратегически верно их уничтожать. Хан Соло оказался в криогенном сне, блять. Кто там впереди? Какая мразь кусается?
Сдохни, тварь, блин. Как мне все это не нравится, как мне все это не нравится. Не нравится, не нравится мне это, блядь. Ой, зря, 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 зря. Сейчас меня потрясут. Я просто, блядь, уже тупить начинаю здесь. Та-та-дам, та-та-дам. Верю, мы сможем с тобой, ханчик мой, захуярить врагов. Ой, ой, как все плохо, ой, как все плохо, да, блядь! Так, надеюсь, будут щипцы еще какие-нибудь здесь, что ли? Отожрал хп где-нибудь. Блин, все, ребят, пора идти готовить, блин. Понятно, все, это как его, добью потом этот уровень. В любом случае, пароль записали, сейчас поедим. Тут 18.03 просто уже нарисовывается, пора ужин. Да у меня самого в брюхе, блин, чешется уже. Давайте так, я покушаю сейчас. Приготовлю поесть, там надо сготовить, там дела решить небольшие. И потом мы продолжим через полчасика. Игра никуда не денется, у нее есть пароли, не возбраняется пользоваться паролями. Вот. И мы продолжим это дело, уютненько уже, не отрываясь от основного игрового процесса. Так ведь? Так. Все, спасибо. Еще, короче, пройдем. Мы сегодня-то уже два уровня прошли. Так что все ништяк.